Она была настолько идеальна, что он не мог понять, где тут подвох. Она была с ним рядом и реальна. Ее такой создать мог только Бог. Она светилась изнутри тем светом, который осветил бы все вокруг. Она была единственным запретом. Она была отчаянным табу. О, Боже, как она прекрасна! Но разве можно быть такой? Ты так проста и идеальна, что лучшего создать никто не мог. Она была как будто безупречна, брала вершины самых светлых чувств. Она его любить хотела вечно, и без нее весь мир вокруг был пуст. И даже ревновала его молча, а он боялся, вдруг перегорит. Хотя и знал, что любит она очень, что за него ее душа болит. По глазам любовь ее читалась, что освещала все собой вокруг. Не так легко, так просто сочетались две важных роли: женщина и друг. Создать никто не мог.